В минувшее воскресенье из Великого Устюга в Тверь приехал Дед Мороз. В этом году в связи с пандемией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, встреча Деда Мороза прошла в новом формате, почти без зрителей. Хотя главный детский волшебник успел забрать новогоднюю почту и погулять по городу. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Первым на пути из Великого Устюга у Деда Мороза оказался ДК «Химволокно». Здесь он вместе с воспитанниками Дворца культуры зажег елку на площади Гагарина и забрал письма маленьких тверичан. И я уверен, что все ваши пожелания непременно исполнятся. Затем Дед Мороз решил прогуляться с экскурсией по Твери. Посетил Парк Победы, набережную Афанасия Никитина и, конечно, поздравил прохожих с наступающим Новым годом. Друзья, конечно же, Новый год наступит непременно. Счастья вам, здоровья, берегите себя, берегите близких. Это самое главное в жизни. Завершился визит Деда Мороза на площади Ленина, где он встретился с представителями администрации города Твери, вручил, а также получил новогодние подарки. Дед Мороз приехал в наш город не с пустыми руками, а с подарками. Он подарил нашим горожанам летопись Деда Мороза, которая вскоре появится в библиотеке имени Герцена, и все жители могут с ней ознакомиться. На память главному новогоднему волшебнику останется книга об истории нашего города, календарь и баранки, которые спекли тверские пекари. Подробное видео со встречи с Дедом Морозом можно будет посмотреть в интернете на официальном портале нового 2021 года, ссылку на который можно найти в социальных сетях администрации города Твери.